Всем привет! Сегодня я хочу приготовить пасту с ореховым соусом и базилик. Я вычитала этот рецепт вот здесь, на этом пакетике. И хочу попробовать приготовить вот это спагетти. Это оливковое масло, сыр пармезан, соль, перец, это листья базилика и чеснок. Базилика нужно 2 стаканчика, но я думаю, сейчас мы еще докупим. Сейчас мне дочка должна привезти, так что я добавлю еще попозже. Пасту будем отваривать в кипящей воде, как написано на инструкции, 9 минут всего надо кипятить, варить. Поэтому я сейчас поставила воду, она уже греется, и сварю пасту или вермишель, или спагетти. Соус приготавливается вообще просто. Он берется полстакана орешков, насыпается, кладется 4 зубчика чеснока, все это в блендере. Как я уже сказала, 2 стакана листьев базилика. Сейчас я добавлю еще. Так, сыр пармезан. 1/4 стакана сыра пармезан. Вот такой у нас. Тоже высыпаем в блендер. 3/4 чайной ложки соли. У меня здесь половиночки. И еще вот этой половиночки половиночку. Так, перца половину чайной ложечки молотого. Оливкового масла полстакана. Паста готова. Так, вот я добавлю сейчас еще стакан листьев базилика. Вот. В таких упаковочках он продается или бывает еще живой вместе с корнями. Все легко готовится, просто вот эта смесь все взбивается в блендере и соус готов. И вот так смотрится готовый соус. Итак, у нас все готово. Приятного аппетита!